Чем я могу вам помочь? Здравствуйте. Я хотел подарить другу на день рождения зверушку, только у него на шерсть аллергия. Нет у вас никого короткошерстного? Или, может быть, даже лысого? А что, если подарить вашему другу ящерицу? Ящерицу? Ну или змею. Они уже точно аллергии не вызывают. Вообще-то я хотел кого-то ласкового и милого, а не такое страшилище. Ну, может быть, внешность обманчивая, я ошибаюсь, а сердце у них доброе. Вы знаете, я, пожалуй, соберу побольше информации об этих питомцах, а к вам я вернусь чуть попозже. Оказывается, мода на рептилий появилась в США и с тех пор активно развивается. Дело в том, что рептилии очень удобные животные для разведения дома. Они не пахнут, не пачкают и не портят вещи. Едят редко и мало. При этом обладают удивительной внешностью и повадками. За ними можно наблюдать часами. Видимо, стоит познакомиться с этими животными поближе. Ну а куда ехать, мы уже знаем. Пожалуй, самые модные из домашних рептилий – это игуаны. Только в США ежегодно ввозят сотни тысяч этих домашних питомцев. Следом идут очень похожие внешне, но менее крупные агамы и самые разнообразные гекконы. Кстати, именно гекконы считаются самыми простыми для содержания и разведения животными. Ну, а мы с вами почти вернулись на место. Максим, расскажите, сколько у вас рептилий? У нас в данный момент рептилий много. По видам, можно сказать, бородатые агамы, синеязыки, сценки, пятнистые ублефары. Также есть зеленые игуаны. То есть это в основном ящерицы или есть какие-то другие представители? Есть и ящерицы, есть и змеи. И змеи представители, тигровые питоны, обыкновенный удав, полоза. Как бы самые такие распространенные виды, которые можно содержать новичку. А ядовитых у вас нет? Нет, ядовитых нет. Это по каким-то своим соображениям или в целях безопасности? Или просто не берут? И в целях безопасности, как бы, тоже. Понятно. Расскажите, чем вы кормите, допустим, змей? Все змеи питаются грызунами. Все грызуны, как бы, специально разводятся под этих целей. То есть у нас как бы имеются от мелких грызунов, скажем так, голых мышей, голых крыс и до взрослых животных. Мышек вы сами разводите или все-таки покупаете где-то? Все у нас разводится. Потрясающе. А ящериц, ну и других рептилий, чем вы кормите? Кормовые животные все у нас разводятся, то есть у нас есть своя кормовая база. Ящериц кормим. Сверчки, тараканы, мучной червь, зафобус. Сейчас как бы кормовая культура в России еще не очень известна. Это гусеницы бражника. Ну, это в основном все-таки насекомые, мыши, ну, в общем, животные. А какие-то растительные им не требуется, растительная пища? Растительная пища тоже подкармливаем, как бы, все виды ящериц, как бы у них свое питание. Бородатых агам подкармливаем зеленым салатом. Вот овощи, фрукты они очень любят, сладкие. Понятно. Ну, в общем, если разводить корм самому живой, то особо закупаться не потребуется какими-нибудь там диковинными мышами-деликатесами. Ну да. Расскажите, что вот это вот у вас за экземпляр? Здесь у нас находятся мелкие бородатые агамы. Довольно-таки интересные ящерицы дневные. А посмотреть ее можно достать, может быть, поближе? Можно, конечно. Они вырастают до 50-60 сантиметров. А внизу, как я понимаю, тоже агама, только взрослая и окрас немножко другой, да? Да, внизу у нас находятся разводные агамы красной морфы.
То есть они все абсолютно ручные, их можно брать в руки и общаться с ними. То есть не кусаются, не царапаются, добрые животные? Нет, да, это абсолютно как бы добрые животные. Скажите, а что это вот за интересный экземпляр? Это йеменский хамелеон, самец. Древесный вид. То есть обитает на деревьях? Обитает, да, он на деревьях, любит ползать по веткам. Какой вот, красавец. У него, видите, строение ног свое, пальцы. Видите, у него по три сросшиеся пальца. Да, с каждой с одной стороны, и с другой стороны. Как это для захвата лучше, чтобы он ползал по веткам. То есть в его террариуме обязательно должно быть какой-нибудь кусочек дерева, так я понимаю? Да, обязательно, чтобы он обязательно ползал по ним. Это как бы жизненно необходимо для хамелеонов. Причем чем мельче хамелеон, тем тоньше должны быть ветки. Ну понятно, чтобы да, смог чтобы обхватить. А вот глаза у него прям как телескопы какие-то. Это откуда такая конструкция вообще? Не понимаю, ни век, ничего, прям. Глаза у них крутятся, да, как на все 360 градусов. Вот. Такой вот интересный экземпляр. Вообще, из хамелеонов... Он насекомыми питается, да? Он, да, йеменский хамелеон питается только насекомыми. А как он ловит этих насекомых? У него язык, что ли, липкий, как у лягушки? Или он руками их хватает? Ловит насекомых он липким языком. Причем язык выбрасывается на всю длину тела. То есть у него вот здесь вот расположен Да. во всем теле язык? Язык у него расположен во рту, но у этого языка очень мощные такие мышцы, которые при выбрасывании калачком все... свернут, да? Да-да-да. Все расправляются, и он захватывает тем самым насекомое. На кончике языка расположен такой хватательный как бы орган у него. Ну, окраску, как я понимаю, этот хамелеон он меняет, да? Окраску, да, он меняет. А вообще диапазон там бывает какие-нибудь красные или фиолетовые? У каждого вида хамелеонов свой набор цветов. То есть этот, допустим, фиолетовым он не может быть. У него желто-красно-оранжевая гамма. Скажите, а вот окраску он меняет произвольно, или его можно к этому как-то склонить, создать условия, чтобы он поменял окраску? При виде соперника, то есть другого самца, или в виде свое отражение в зеркале, он становится более яркий, раздувается весь. Сейчас можно это продемонстрировать. Давайте попробуем. Да, он раздувается, краска такая у него более яркая становится. Чтобы напугать своего соперника. Столетиями ученые пытались разгадать секрет лап геккона, благодаря которому эти ящерицы могут ползать по совершенно гладким поверхностям стен и потолка. Выяснилось, что в основе этого секрета лежат нанотехнологии, а именно принцип притяжения молекул, который называется сила Ван дер Вальса. Мельчайшие волоски на лапках геккона прилипают к поверхностям на молекулярном уровне. Только недавно ученые смогли воспроизвести этот эффект с полимерными материалами, создав уникальный гекко-скотч. Это за интересный зверек? Это пятнистый блефар, геккон. Ведет ночной образ жизни. Питается насекомыми. Это вот такой он большой у нас вырастает. Это уже взрослый самец? Это уже взрослый, да, самочка. Вы говорите ночной образ жизни. Я как понимаю, сейчас день, и он должен спать. То есть мы его разбудили? Ну, можно сказать так, да. Он охотится по ночам. Ну, опять же, всех рептилий лучше все-таки держать в террариуме и да. Вечером на волю не выпускать, собирать там домашних насекомых, какие водятся, да? Да, совершенно верно. Как у него хвост толстый? Это для чего? Это он в этом хвосте откладывает питательные вещества. А, это как у верблюда в горб? Да. А я думал, это
Средство самозащиты. Это пустынные животные, поэтому как бы в пустыне не всегда пропитание все достаточно. Все правильно, все правильно. Поэтому они запасают в нем. Великан. Кто это? Это синеязыкий сцинк, представитель рода сцинков. И синий, правда, язык. Это вот, можно сказать, максимальная его величина. Вот такой он вырастает у нас, гигант. Что-то, телосложение напоминает что-то между ящерицей и змеей. Да, очень такое, у него чешуя своеобразная, но крепкая. Это обитатели Австралии. А вы им имена даете или ждете, пока новые владельцы им имена дадут? Имена мы им не даем, так как я как бы считаю то, что рептилии не те животные, которым нужно давать имена. Понятно. Ну, каждый хозяин считает по-своему. Какой у него суровый взгляд. Он тоже насекомыми питается, правильно? Вообще прокормить синеязыкого сцинка проще простого. То есть он питается и фруктами, овощи, и насекомые. В корм у него тоже входит. Даже можно филейные кусочки мяса ему давать. То есть как бы прокормить его вообще без проблем можно. То есть даже вплоть до того, что со стола можно еду давать? Ну, со стола как ну, бы... Ну, понятное дело, не соленое, не перченое, а фрукты и кусочек мяса дать можно. Проблем возникнуть не должно. Сырое мясо можно давать. Можно давать... А сырые яйца ему. Довольно-таки тяжелые. Я слышал, что сцинки считаются чуть ли не самыми ласковыми рептилиями. Любят быть у хозяина на руках. Ну и вообще проводить с ними очень много времени. Да, можно так сказать. А почему? Они, наверное, спокойны. Греются просто от ладоней, да? Ну, они сами по себе спокойны по характеру. Как бы не пытаются куда-то убежать, ускользнуть. То есть все время на виду находятся. Ну и вообще агрессивных видов рептилий вы не держите? Нет, агрессивных видов у нас нет. Ну что ж, полузмею мы в руках подержали. Может быть, пора перейти к настоящим змеям? Давайте перейдем к настоящим змеям. Покажите. Красавец. Язычок такой щекотный. Это у нас кто? Это тигровый питон. Тигровый питон. Скажите, это максимальный его размер? Я слышал, питоны бывают вообще огромные. Нет, это питончик разведения 12-го года. Они вырастают до 4,5-5 метров. А это в каком возрасте? К 3-4 годам они такие будут. До 5 метров? Да. С ума сойти. И их прям дома можно содержать? Можно содержать дома, но соответствующий террариум должен быть размером. Потрясающе красивая штука. Прям как у Киплинга. Скажите, а он не опасен? По характеру все змеи, так же как и люди, отличаются, поэтому мы продаем спокойных ручных животных. Ну, то есть питон не может броситься в кого-нибудь, укусить или, например, как удав задушить. Он как вообще охотится в природе? В природе, как и все питоны удава, они душат кольцами. А, душат кольцами. Да. Его мы кормим мышками, так я понимаю? Он питается сейчас у нас месячным крысами. То есть уже... Уже большими. Довольно-таки большого размера, да. Это когда он вырастет до 5 метров, его можно уже и кроликами кормить? Да, совершенно верно. Два раза в месяц можно давать по большому кролику, ему будет достаточно. То есть
И мышки, и кролика хватает, ну, для своего возраста, хватает ему на 2 недели, грубо говоря, так? Ну да, сейчас мы кормим их раз в неделю крысами. Потом... По-моему, меня он тоже пытается уже задушить руку. Это тем самым держится. Да. Ну, змея – это сплошная мышца, это очень довольно сильно такой обхват. Ну, а какие меры предосторожности нужно знать хозяину для содержания, ну, допустим, вот этого питона? Они становятся, можно сказать, агрессивными только во время кормления. То есть, когда вы даете им кормовой объект, надо быть осторожным. Он может промахнуться и вцепиться, соответственно, куда попадет, своими челюстями или в руку. Или... У него зубов нет, только челюстные вот эти вот зубы, пластины. Зубы у них есть. Есть? Да, у них зубы направлены, как у щук, вовнутрь, то есть для удержания грызунов. А, то есть за палец хватит, уже не вытащишь. Да, совершенно верно. Ну а освободиться так в повседневной жизни? Освободиться можно только, если подержать его под теплой водой. Тогда он постепенно-постепенно сам разожмет челюсть. И... Вот это очень интересно, если вдруг в жизни такой пригодится метод. Удивительно, но с древних времен люди держали в своих жилищах змей. Конечно, их не приручали специально, как кошек или собак, но приваживали молоком. Конечно, речь шла о неядовитых змеях. В наших широтах привечали ужей, южнее полозов, ну, а в тропиках питонов. Такие питомцы уничтожали грызунов по всему дому лучше всякой кошки. А еще считалось, что там, где поселилась не ядовитая змея, ядовитая уже не поселится. Существует множество примет, по которым поселившаяся в доме змея приносит богатство и удачу. Расскажите поподробнее про устройство террариумов. Вообще, что важно в первую очередь для этих животных? Ну, как и все рептилии, очень любят тепло, особенно тропические виды. Вот, поэтому обогрев, конечно, для них это самое главное. Так, а вот что еще? Может быть, размеры, покрытие, влажность? Размеры террариума, конечно, влияют, но в основном на рост ящериц. То есть для змей можно... Змей может содержать и в более тесном террариуме, чем ящерица. Они вот как-то покомпактнее кольцами складываются, да. Ящерицам приходится бегать ну, и охотиться. Ящерицы более активны, да, как бы. И им нужно больше пространства для охоты, для передвижения, для их жизни. Скажите, а это должна быть клетка или все-таки стеклянный аквариум, чтобы поддерживать определенный как бы микроклимат? Это важно при содержании рептилий? Рептилии и амфибии содержат в террариумах. То есть в террариуме должна быть боковая нижняя вентиляция и верхняя обязательно, чтобы воздух в нем кондиционировал. В аквариуме рептилий содержать нельзя. Скажите, а вот этот кактус, он для красоты или он там должен стоять? Как бы кактус, коряги – это для воспроизведения той среды, в которой животное обитает в природе. То есть, чтобы животным было комфортно, лучше воссоздать реальные условия обитания. Ту среду обитания, да, в которой они обитали в природе. Расскажите, насколько хлопотно заниматься ящерицами? Ну, сколько времени в день вы на них тратите? Ну, покормить там, убираете часто? Ящерицы как бы относятся к таким рептилиям, которым уход заключается в том, что покормить раз в день. Вода меняется по мере загрязнения 2-3 раза, получается, в неделю можно даже менять. Расскажите поподробнее, как вообще проходит жизнь ящерицы в течение года? Я слышал, они же ведь как и змеи сбрасывают кожу, линяют. Ящерицы, да, по мере роста линяют, но не как змеи полностью чулком, а частями. То есть сначала могут полинять передние лапы, потом хвост, голова. По мере роста, чем моложе ящерица, тем они чаще линяют.
А вот наши ящерки, которые вот в природе бегают по полям, хвост, я знаю, отбрасывают, эти хвосты не Эти откидывают, не нет? откидывают хвосты, Новый не нет. отрастет, в общем, если вдруг оторвать. Давайте поговорим о размножении. Давайте. Как они вообще размножаются? Какие условия для этого нужно создать? Условия создаются для каждого вида определенные, то есть чтобы подготовить к размножению самку, самца, рептилий. Во-первых, их надо вырастить, да? Ну, само До собой. определенного размера, до определенного возраста. А в каком возрасте они уже начинают плодиться? В среднем 1,5-2 года уже можно приступать к этому. А какие-то сложности, подводные камни есть вот в подборе пары, допустим? Подбор пары, как бы, само собой, сложность, потому что как бы не все самцы принимают самок, и не все самки принимают самцов. То есть привередничают и те, и те. Да. Во-вторых, устраивают зимовку самкам и самцам перед размножением. Тем самым как бы они отдыхают. После откладки самка яйца лучше изымать из террариума и инкубировать при инкубаторе при определенной температуре. А почему То так? есть, потому что в террариуме нельзя создать те условия для высиживание, можно сказать, яиц. Ну, то есть в инкубаторе еще должно быть теплее. В инкубаторе, да, там создается определенная влажность для яиц, определенная температура. Ну, вот детеныш появился из яйца. Мы его сразу к маме возвращаем? Или на каком-то он там карантине у нас находится? Сразу подсаживать ящериц нежелательно, так как мелких взрослые ящерицы могут просто-напросто съесть. А в каком возрасте они, ну, сколько должно пройти времени, чтобы он стал самостоятельной персоной, мог уже сам питаться, и его можно было бы продать новому владельцу? Ящерицы и змеи сразу как бы становятся самостоятельными при вылуплении. Ну и нас очень интересует финансовая составляющая. Большой ли спрос, сколько стоит и кого вообще берут? Модно ли это? В последнее время экзотические животные пользуются спросом все больше и больше. Спрос больше идет на мелких ящериц, змей, более яркой окраски. То есть пятнистые блефары, бородатые агамы, зеленые игуаны тоже относятся к рептилиям, которые, можно сказать, пользуются сейчас спросом, но они уже более крупные, вырастают до 2 метров. Ну и хамелеоны, наверное, конечно же, очень интересны. Йеменские хамелеоны, да, они интересны, но для первой рептилии я бы не посоветовал, потому что они более сложные и нежные рептилии в содержании. В уходе более привередливые. В уходе более привередливые, да, как бы нежелательно. А так вообще разброс цен вот от скольки до скольки? От чего это зависит вообще? Разброс цен на рептилии зависит, во-первых, от размера. Чем моложе рептилия, меньше размером, тем, естественно, она стоит дешевле. То есть взрослого самца или самку можно продать за серьезные деньги? Да, совершенно верно. А самец или самочка влияет на цену пол? Здесь идет индивидуально. То есть у хамелеонов самцы, естественно, стоят дороже, потому что они более яркие. Самки стоят дешевле, можно сказать, в 2 раза, так как они менее яркие, блеклые. У остальных рептилий, в принципе, не зависит от полцена. Ну и самое дорогое, может быть, животное для вас в плане цены, а не в плане привязанности, это какое? К примеру, водяных агам крупных самцов можно продать и порядка 10 тысяч. То есть, если серьезно заниматься разведением, можно, в принципе, достаточно навариться, был бы спрос. Ну, как говорится, да, если будет спрос, будет и предложение. Подводя итог, можно сказать, что в разведении рептилий есть свои плюсы. Рептилии неприхотливы в еде, причем корм для них можно выращивать самостоятельно. Рептилии, как домашние питомцы, сейчас в моде, так что спрос на них довольно высок. Рептилии достаточно дорого стоят, одна небольшая ящерка – несколько тысяч рублей, так что разводить их выгодно. Но есть также и минусы. Как и у других декоративных животных, рынок сбыта у рептилий ограничен только любителями домашних питомцев. Так что о крупном хозяйстве можно забыть. Разведение рептилий требует специальных условий, и потому этот процесс сложно поставить на поток. Нужно постоянное внимание заводчика.
Многие мои знакомые рептилии недолюбливают. Но мне эти милашки очень нравятся. Одно я могу сказать точно. Куча позитива и никакой аллергии. А я с вами прощаюсь. До встречи в новых программах.